Эрикиану хочу в команду. Не, просто я хочу, чтобы ты понял, что мы тебя в дальнейшем видим как стукача команды. У меня какие-то даже голос сейчас. Эмоции. Не хочу говорить, раскрывать все. Давай. Говорить? Вот, ищи себе новую команду. Тот футбол, который ты показал, это, ну, было просто на высшем уровне. Потом у тебя такой, знаешь, спад пошел. Как-то так, Илюх, я не знаю больше, что сказать, мне тяжело говорить. Да, у нас этого нет, мы как бы пришли с этого, как у нас Валуйка. Ну говори, что, ладно. Да ничего, вот это отношение, вот это, какое? Знаешь, перед тренировками, говорю, там, допустим, ты как президент выходишь с нами тренироваться. Так. Играешь, допустим, с краем, мы играем там в парах, да. Говорю тебе там, опустись. Орешь. Да какая разница, ору, не ору. Большая разница. Там эмоции, мы там проигрываем, выигрываем, все орут. Да. А это, я что? Это нормально. Сам опустись. Чё, думаю, ну президент. И выходит, как будто, ну для меня, по крайней мере, если я выхожу на футбольное поле. Да. А это не бытовуха, скажи. А? Это не бытовуха. Бытовуха, но я при этом после этого пытаюсь как-то поговорить. Человек просто этим, абстрагируется там, старается какой-то перед, делать перед вид, тем, что как все нормально. Перед тем, как опустись, скажи, что ты сказал. Мы с Сашей сегодня на тренировке такой друг другу говорили. Не, а вы вот за это ссоритесь? Я не ссорюсь. Опустись, сам опустись. Я тоже не ссорюсь. Это мы еще друг другу комплименты делаем, оказывается. Расскажи, что перед тем, как опустись. Это просто немножко неправильно. Расскажи, что было перед тем. Я к тому, что кто-то что-то кому-то говорит. Допустим, там кто-то там напихает даже, вот, Иракли. Он промолчит, ничего не скажет. Не, просто я хочу, чтобы ты сказал, что ты перед этим сказал, перед тем, как опустись. Да я в состоянии, думаешь, я сижу и думаю о чем. О ну, том, если что-то ты сказать. Это если запомнил. Если я на эмоциях где-то сказал, там, да, даже опустись, я не вижу ничего это в этом. Не это так рабочий момент, и да, на это не вижу. Стоит обращать внимание, опустись сам, вот это вот, ну, как президент. Так не... это бытовуха или нет? Я думаю, да. Ну вот а поэтому зачем мы тогда я об этом пытался, ну потому что я пытался разговаривать до этого, пытался. Сейчас вот мы разговариваем, я сейчас как будто сейчас сидел, у меня ощущение было, что я на допросе, я сейчас сижу. Так. Давай. Так все заходят. Не, я имею в виду в плане того, что от Иракли идет, понимаешь, вот эта энергетика. Так, я копил сейчас ману вот эти две недели. Сейчас я все выдам. Сейчас подснимем контентик. Вот сейчас за 20 сколько там дней, сколько. Да, сегодня ровно месяц получается примерно, как в команде, да? Полтора. Полтора. Ну, не два, ну, там полтора. С 20-го, да. Ну, да, там да, не да, полтора, да, не да. Два месяца, полтора. Да, с 20-го. Поэтому, ну, не знаю, я думаю, что нам не по пути дальше, если честно. Ну, это мое мнение. Потому что то, что я услышал за деньги, приоритеты, то, что... там дорога, не дорога, это все проходили, это ни для кого ничего не секрет, ну не секрет в плане того, что все через это проходят, и когда человеку что-то надо, он пойдет и сделает, будет это там час ехать или три часа ехать, об этом я считаю, что вообще, ну, не надо говорить, это можно потом в интервью где-то говорить, как тяжелый был путь, какой тяжелый, через что я прошел, это мое мнение. Что касается футбола, то, понятное дело, я не первый день в футболе. Да, ты обладаешь хорошими качествами. Да, есть бойцовские качества, все, вопросов нету. Но, прежде всего, вот сама суть и сам вот этот путь, который вот ты говоришь, какой у тебя путь, я думаю, что ну, не по пути, так сказать, нам. Это вот мое мнение такое. Я мало нахожусь сейчас в команде, мало что знаю, но вот то, что знаю, то, что говоришь ты, в принципе, мне достаточно, чтобы я сделал ну, определенные выводы, так скажем. Вот. Что касается футбола, там и всего, я повторюсь еще, что есть качество, есть хорошее качество, хороший футболист. И... На сегодняшний день этого недостаточно, чтобы в команде быть, чтобы, так сказать, ну, быть в команде, вот так скажем. Ну, мы работаем и меняем это или прощаемся? А это я поменяется? Я готов. Ну, я же еще раз повторю, я не равнодушен к этому. Просто меня вот говорю как есть. Я первый раз оказался в этой... ситуации. Я жил с родителями, там, помогал им,
старался, чем мог. Тут я вышел из вот этого, из комфорта и просто, я не знаю, мы просто, наверное, мало знакомы в других ситуациях, то есть не видели меня. И тут у меня какие-то, даже голос сейчас, эмоции. Ну... Обидно просто это звучит от человека, который, я вас уважаю, но... При этом картинку я как будто ненарочно создал не ту. Ну, ты говоришь, что ты... И при этом я готов, я пахаю, и ночью работаю, и так далее, ради того, чтобы, и приезжать, и все успевать. Где-то не получается, и это просто вот... Я так скажу, вот у нас как время 10 до 10 числа, чтобы просто в дальнейшем у нас не было... Мне тоже во многих моментах стоит, допустим, где-то исправиться. Я тебя, в принципе, услышал. Но я не просто в следующий раз, просто на будущее тебе скажу, преподноси, пожалуйста, информацию так, как она есть. Я не скрываю того, как я сказал. Просто говори так, как оно есть. Как я сказал, я помню и знаю. И, пожалуйста, вот даже сейчас, если мы говорим об этом, ты говоришь о том, что вот я тебе так сказал. Я не так говорил, ты сам это сказал о том, что я так не говорил. Пожалуйста, впредь, я тебя очень прошу, если мы что-то говорим, преподноси информацию так, как оно есть. Если тебе что-то нужно решить, допустим, финансово, что-то еще, я всегда открыт, пожалуйста, подойди ко мне. Я тебе поэтому говорю, не надо с тренером такие вопросы решать. Ты играешь, не играешь, я не решаю. Понимаешь, будешь ты играть или не будешь, потому что мы доверились тренеру. И это он решает. Вот эти вопросы, пожалуйста, ради бога, подходи. Как там передачу отдать, как-то что, я не разбираюсь, ты видел, я играть не умею. Ладно. Поэтому я тебе говорю, только так. Если что-то выясняем, то, глаза друг другу, да. Короче. Пожалуйста. Все тогда. Давай быстрее, Сань. Все, сел уже. Все, ты в команде, спасибо. Не, да, я скажу. Сань. Сань Мизмат, приветствую тебя. Здравствуйте. Александр. Здравствуйте, товарищ начальник. Да. Что касается футбольного плана, вопросов нет, На игры нет. Да. Да. Единственное, попрошу по ногам очень сильно не бить людей. Вот. Все-таки жалко, здоровье там. И он думает, это мяч просто. Да. Вот. И за Хинкали у нас будет реванш. Реванша не будет. Будет. Не реванш. Пончики. Я вызываю тебя на батл пончиков. Давай раки. Давай раки. Давай. Это много денег. Это много денег. Сашки. У вас богатые челленджи. А это Александр все организует, Соболев. Мой брат. С чего ради? Ладно, Санёк. Давай быстро, вот пожалуйста. Давай просто быстро, так. Да, давайте. Есть у тебя, допустим, какие-либо претензии внутри команды? Может, что-то тебе не нравится? Есть. Так. Есть. После игры мало пиццы и мало пива. Все. Ну, мне кажется, нужно немножечко побольше физики давать, чтобы побольше было времени и тренировки были как-то пожестче. Это о чем у него спрашивал? О чем? Он профессиональный спортсмен. Во-первых, он ребис. Какая разница? Он спортсмен. Он не говорит за тренировку. Он не за тренировку. Он за физику. Он прежде всего спортсмен. Реально? Он говорит, да. Что он меня обгонит на 100 метров. Вы знаете это? Да. Он говорит, что он меня 100 метров обгонит. Да, когда Александр Соболев меня мотивирует. Материт, ты хотел сказать? Да. Все. Есть ответ на вопрос? Я же тебе ответил уже. Физически. Только это тебя беспокоит? Коллективе все нормально? Ребята все нормально? Настроение нормально? Все супер вообще. Топ. Все, я тебя услышал. Ой, все хорошо. Все, Сань, спасибо. Да, к девочкам претензий есть? Нет никакого матриархата или что-то такое? Не. Нормально все? Отлично, тебя все устраивает? Да, это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос. Все. Девочки меня устраивают вообще. Все, слава богу, что тебя девочки устраивают. Все, Александр. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. У нас была дозаявка после 5-го тура, если не ошибаюсь, и были ребята на просмотре определенные, и заявили двух. Один из них – это Сергей Юрьев, как раз-таки усилил нашу центр, атакующую зону, так скажем. Вот, проявлял себя на футбольном поле. Это он как раз-таки споткнулся на своей ноге, когда против него невидимый игрок нарушил правила. Давайте вопрос задам. Как тебе команда «Бей-беги»? Хорошая команда. Просто я не знаю, я ничего плохого не могу сказать. Это надо. Точно.
Если надо что-то сказать. Есть, если скажи, что-то да. есть, что тебя не устраивает, что-то прям... недовольство, что бы ну, изменил, что бы сделал лучше. Я просто мало в команде, поэтому я не могу что-то. Ну, надо вот, быстро анализировать ситуацию. Вот за этот период. Типа в штрафную вошел и вот. Ну, надо принимать решение. Просто если только вот о них могу сказать. Скажи. Что, ну, они слишком обычные. Ну, одноплановые, ну, ты да, хочешь сказать? Да, то есть одинаковые каждый раз, да, там мы выходим, квадрат и футбол. Мне кажется, просто надо. Ну, как бы что-то, лесенку, не знаю, сделать там. Энтузиазм просто, ну, вот мы приходим на тренировку, ха-ха-хи-хи, потренировались, ушли. Не, это все классно, прикольно, но ну, мне так кажется, что должно быть чуть-чуть... Попрофессионально. Ну да. О коллективе ничего плохого точно не могу сказать. Я пришел, все встретили хорошо, познакомился со всеми, все ребята хорошие, ничего плохого точно не могу сказать. За это время. Как дальше, если бы еще было время, не знаю, пока ничего. Может... Ну, у тебя будет время, я тебе могу сразу сказать, забегая вперед. Время у тебя будет, вот, потому что, ну, понятное дело, что ты достаточно мало в команде, но хорошо проявляешь себя, хорошо ведешь себя, что очень тоже важно. Открытый, веселый, все как положено, что, в принципе, принимается, да, так скажем. Вот, поэтому, если ты видишь себя тоже в дальнейшем команде, то мы бы хотели, конечно же, да, чтобы ты был с нами. Сейчас, сам понимаешь, да, до 10-го, потом там да, каникулы да. туда-сюда, и уже в январе, учитывая вот то, что вы сегодня говорите, то, что вы хотите, можно сказать, улучшить, там, сделать как-то лучше, вот эти проблемы решив, уже в январе начать... более серьезно, более качественно ко всему подойдя сделать. Поэтому, не знаю, там особо тоже много говорить смысла нету. Очень харизматичный, так скажем, картинка, ну, визуальный образ. Образ крутой. Мне кажется, тебе в плане медиа тоже, если добавят, то будет вообще супер. И это не то, чтобы как бы претензия, это больше, знаешь, так... Ну, давай вопрос тебе. Сразу. Как ты хочешь медийно развиваться или что-то делать? Ну, честно, мне вот сейчас... Непонятно, да? Ну, да. Не понимаешь еще, где развиваться, как и что. Да. Ну, вот есть время насчет... месяц подумать и в Новый год начать новую жизнь. Да? Да. Ну, все. Все, все, спасибо. Все, вам спасибо. Саша, ты можешь... Ты в команде. Все, давай. Так, ну, если у нас впереди честно, задачи и целей никаких нет в плане турниров, то есть МФЛ нет, МКС нет, то я бы развивался медийно сейчас. Так. Я считаю, нам нужно еще пару медийных персонажей. Есть много людей, не буду всех перечислять там по именам, сами если захотят, но мне писали, это кто-то из Амкала, кто-то даже из 2D, из других команд. Броук, я уверен, у них много кто не играет, хотят перейти и поиграть, и медийно развиваться. То есть надо усилять медийно себя, какой-то контент новый предоставлять. Мне понравилась последняя рубрика в «Бей-беги», когда с Неем. «Давай наспор». «Давай наспор». Я считаю то, что можно сделать типа как у ЧБД, они у каждого там своя рубрика, и под каждого сделать, типа, Ней снимает, вот, давай наспор. Там, допустим, Никита ходит бреет с кем-то, я не знаю, еще что-то. И вот придумать под каждую рубрику, развивать это, и вот так вот. По команде, ну, не знаю, не хочу говорить, раскрывать все говори. Там карты. Говорить? Говори ну, в смысле ты не хочешь? Мне не нравятся тренировки. Говори, как вот, есть. Мне не нравятся говори, тренировки. Как есть. Мне не нравится, что мы приходим, сейчас они чуть улучшились, после того, как мы поговорили на каком-то собрании, видимо, да. Что, когда мы писали вот записки после пейнтбола, вот, по-моему, изменилось тогда, чуть получше стали, но все равно, то есть мы приходим, там, по кругу пробежали, разминка, там сразу аквариум. Если у нас, ну, допустим, в команде люди, те, кто, допустим, так скажем, для тебя, в твоем понимании, токсичные, в плане руководства. Я не хочу об этом говорить. В плане руководства. Ну, это некорректный вопрос это с твоей стороны. Конечно. Да? Ну, отвечай. Нет, я... Ну, я ему не ответил, сообщение. А, да, Саша, вот к тебе вопросы, кстати. Может, кто-то я не ответил, а? Да. Гео. Может, кто-то ну, извини. Ну, если честно, Георгий. Да. Нет, мне все нравится. Да? Вот, вот троица собралась, реально крутая. И честно, я ему не ответил, потому что он хочет сделать рум-тур моей квартиры, но... Нет, я просто... Не надо людей шокировать. Предложил Георгию, Георгий сразу мне сказал, дал понять, что это не получится. Я подумал то, что Александр мне... В итоге кто ты тебя подсказал? Выручил? Ну, с собой мы уже до этого сняли. Нет, Георгий, назад, Георгий, ну, сделать мне рум-тур?
Это было бы бомба, ребят, это 100 тысяч просмотров, Александр очень интересен. И Александра потом... Ну, хотите, снимем квартиру чужую. Ну, это реально, это топ. Я не знаю, я приходил сюда... Провести один день, условно, да, но не в хате, я думаю, домой ни он, ни я, да, это 100% не получится. А мы сможем, это можно тут обсуждать или потом? Да, обсуди, можно, да, мы что не нужно. Допустим, вот я такой, 24 часа там с вами двумя, и мы на тренировку, и я там в Спартаксу Кипе домой. Нет, тренировку без шансов. Ну, прийти просто поснимать, как вы тренируетесь. Нет. Даже это нельзя? У нас... Ну, это вопросы не к ним просто, да. Да, это... Это не а то, что... Это вопрос к нам, и можно сразу сказать, что это не получится, потому что не разрешается. Ну, что, скажи, да, что-нибудь, ты же их брал. Да что, довольны. Понимаем. Нормально, все. Нет, просто мы понимаем тоже, что я говорил, вам будете играть, возможно, ну, вы как бы немножко обиделись в плане того, что мало играли там и так далее. По поводу того, что мало игрового времени, больше Никита, вот он придет, вы у него спросите. Но... Поэтому спасибо тебе большое. Да, вы меня оставляете? Да, конечно. Да, спасибо, ты в команде, большое. Конечно. Все, спасибо. Спасибо. Никита позовешь? Да, конечно. Никита! Никита, кстати, берем. Давайте, можем приглянуться, чтобы его не берем? Давай, по-братски. Никита, такая ситуация, как бы, в медиаплане ты не развиваешься, и как бы командно, ну, в футбольном плане тоже, и как бы... Спасибо тебе хотелось бы сказать. Ну, давай быстро, потому что... Спасибо. Да. Вот, ищи себе новую команду. Спасибо. Все. Да сядь ты уже. До последнего, до третьего ждал, как кто-то скажет. Не, ну, а это шутка была? Да не, на самом деле, честно сказать... Давай сразу с нашей вопрос, стороны, давай да. сразу, давай, так, а потом в конце уже скажем, да. Давайте. Никит, что не так в команде? В команде все вроде отлично. Вроде отлично, да. А вроде? Вроде отлично. Вот. Только изменений в плане тренировок, хотелось бы. Какую сторону? Конкретно? Какую сторону? В лучшую. Меньше? Нет, я наоборот за, что больше. Ну, больше тренировок. Ну, три вообще отлично было. Больше тренировок или качество тренировок? И то, и то. Я думаю, одно другому не помешает. А сам процесс я не смогу сказать, что лучше, я толком так не знаю. Но хотелось бы просто более там разнообразных тренировок, и ну три раза в неделю было бы вообще шикарно. От себя добавлю, я, конечно, понимаю, что ты сказал по поводу игрового времени, но если быть объективным, Никита очень сильно насчет этого переживает. Ну, он также являлся, как и Стас, одним из лучших центральных там, защитников. А тогда у меня вопрос. Да. Что произошло? У него была травма. И травма я знаю. Я знаю, что это такое. И он хочет играть. У него главная цель – это играть. Я знаю, что у тебя были предложения от других команд. Вот. Ты об этом тоже не сказал, но я это знаю. Вот. И, ну, и ты все-таки хочешь остаться в Бей-Беги, потому что тебе и атмосфера, и все это нравится. Да. И как-то ты ко мне подходил и говорил о том, что ну, хотелось бы тебе больше играть. Да. Да. Это моя главная цель. Да. Потому играть. Что он в футбольном плане хочет доказать, что все-таки он тот Никита, который был когда-то. Это приветствуется. Да. Вопросы есть еще к Никите? Нет, вообще Никите никаких вопросов. Нет, ты, конечно, какие вопросы? Все классно. Да. Тренировочный процесс, там, устраивает, не устраивает, тренер устраивает. Ну, ладно, там, не тренер, просто тренировочный процесс. Ну, а что, ну, по тренировочному процессу, а что, ну, собираемся два раза в неделю. Ну, надо больше. Три. Да, нет, ну, я считаю, достаточно. Ну, Сереж, ну, тебе 38, конечно, тебе достаточно. Саш, ну, можно хоть каждый день тренироваться, но тут надо понимать, что 80% ребят где-то работают и, ну, и приходят, как бы, знаешь, на тренировку, и какие-то, если кто-то, кому-то чего-то как-то не хватает, физики или чего как, ну, тут надо, да, индивидуально каждому, там, есть поле, пускай бегают, ну, как бы, кому там отрезки или чего. Как? Ну, это не ко мне а вопрос. Тут, нет, ну, я понимаю, но тут просто, ну, в течение сезона были какие-то моменты, там, физики, ну, в группе, там, физики не хватает, там, тактики не хватает. Сергей, ты что видишь по своему будущему? Да, что, ну, решим, чего, сейчас ну, же вот ближайшее сейчас время. Ну, сейчас пока ничего не могу ответить. До 10-го есть время? Ну, тренируемся до 10-го, там будем решать. Ну, да, так и сделаем тогда. Ну да. Да.
Все, давай, Сергей. Слушай, ну мне нравится, и коллектив нравится, и вообще никого бы не убирал, если честно. Потому что все влились вроде нормально, хорошо. Коллектив классный. Я думаю, над стандартами больше надо будет поработать, потому что это очень важно. И забивать можем больше, и чтобы меньше пропускали, важные голы пропустили со стандартов. Если вот в футбольном плане обсуждать, эти моменты надо затрагивать, я думаю. Вот, так что стандарты важны вот в современном футболе. Все? Ну, Ники, что говорит? Нет, скажем ничего нет. Спасибо. Все, Ник, все, да. Спасибо большое, спасибо. Спасибо если вам. Помощь, да, помощь какая-либо, если нужна, пиши, звони обязательно. Все, спасибо. Все. Илья, наш вратарь, один из... Да, который много пропустил, сказал, что будет тренироваться, потом не пришел. Ну, был такой момент, действительно, устроился на работу учителем физкультуры. И был момент, когда мне нужно было заниматься документацией, плюс у меня была травма. Вот. В принципе, в данный момент начал тренироваться, форму набираю снова. Наша задача, как ты видел, развиваться медийно и развиваться в футбольном плане, соответственно. Наша задача, чтобы... Ну, конкурентный футбол мы составляли при этом, и при этом, чтобы мы медийно как-то тоже, знаешь, побеждали. Делаем работу над ошибками. Вот. В футбольном плане, опять-таки, я не возьмусь там брать, осуждать или что-то еще, но игрового времени, как ты видишь, у тебя практически нет. Вот. А если есть, то это либо товарищеский матч, либо матч, где там, знаешь, ничего не решается, либо... там последние там 10-15 минут и так далее. Что касается медиа, также тоже развитие там, сам понимаешь, если брать объективно, его нет. Вот. Не то, что даже развитие, ладно, не так буду выражаться, а инициативы в том, чтобы хотеть развиваться медийно, его нет. Вот так. Потому что ну, медийно там спорно, развиваемся мы или нет. Вот. Ну, чтобы развивались медийно, и все, надо, чтобы все что-то делали. Соответственно, вот. Да. Вот так поэтому сделали так, приняли такое решение, чтобы, знаешь, ну, грубо говоря, просто так не держать тебя в команде, там, чтобы там, знаешь, третьим, четвертым вратарем, так скажем, сказать тебе спасибо. Вот так. Как бы мне больно не было об этом говорить, но я скажу об этом. Вот. Хорошо, я бы хотел в свою очередь сказать вам спасибо, да, что поэтому... дали такую возможность поиграть с бывшими профессиональными футболистами. Там новый круг общения все равно был. Я думаю, свою пользу я все равно вынес с этих тренировок. Ты и нам тоже... Мбаппе не перевернул. Да. Украдитель Мбаппе, поэтому... как-то так, Илёх, я не знаю больше, что сказать, мне тяжело говорить, поэтому... Да, что говорить. Спасибо тебе. В любом случае, вам спасибо тоже. Да, да, спасибо, Илёх. Спасибо тебе большое. Устраиваешь полностью, как игрок, как человек, как опытный футболист. Никаких вопросов все нету, эта тема все закрыта. Надеюсь, что ты тоже хочешь это с нами взаимно, все дальше, да, двигаться. Единственный вопрос, хотим сделать ну, лучше все, да? И чтобы двигаться вперед, что-то исправлять, минусы, плюсы. Угу. Есть ли что, что не нравится, что хотелось бы поменять в силу своего опыта, потому что тоже долго играл, ну, прекрасно знаешь, что такое коллектив, команда, режим, все-все-все. Есть ли что-то, что ну, больше не нравится, да, потому что если нравится, то пусть оно так и будет. А нет, если не нравится... бы мне что-то не нравилось, меня не было бы здесь. Нет, в плане не то, что не нравится, а то, что ты бы изменил в лучшую сторону, вот так скажу, вот так задам вопрос. Нет. На мероприятиях, я знаю, да, командах. Нет, меня все устраивает. Да все тут, что? Не, если, да, если нету там вопросов, ничего. Нет, на самом деле все устраивает, все хорошо. Чего задерживать не будем тогда, и так все затянулось. Ну, просто спасибо, да, что подождали, дождались. Есть предложение у тебя продолжить карьеру, так скажем, медиафутбола в другой команде. Да. Есть такое, да? Да. Но хоть, ну,
хочешь двигаться с нами? Да, хотелось бы. Могу объяснить, почему даже. Давай. Потому что мне очень понравилось. В той команде, где я был, мне там тоже было очень комфортно. Ну да, коллектив очень... вообще крутой. Да, когда идеально... мы товарищеский матч сыграли, вообще да, атмосфера крутая была. Просто самый большой плюс здесь, то, что он здесь намного более футбольный. Вот ребята играют, они поймут. Здесь бывшие футболисты, юмор совсем другой. Все по-другому. Мне поэтому здесь более комфортно. Да. Я еще добавлю, возможно, Артак там при камере это не хочет сказать и так далее, но он хочет перерассмотреть, так скажем, контракт. Условия. Условия контракта. Меньшую сторону? Не. Да, вот, поэтому я хочу, что, естественно, мы сейчас не за этим. Пусть скажет. Не, ну мы, ну просто... Ты юристы, что ли, там? Нет. Три человека, тебе права? У нас же цель, чтобы в команде все было хорошо. Так. Да, но я задал же вопрос, что да. не устраивает, ну, что возможно, он при вопросы. Камере не хочет это говорить, ему там, допустим, может быть, он там постеснялся. Тогда пусть там... скажет, что все нормально. Я хочу, ну, типа, проявить инициативу, так скажем, в этом плане. Спасибо большое, что проявил инициативу. Да, ну, теперь ответ другой у нас уже, как бы. На камеру я бы не хотел это обсуждать. Смотри, я тебе могу сразу сказать, если ты не хочешь на камеру это говорить, я тебе сразу скажу, что когда мы вернемся из отпуска, да, так скажем, когда все вместе соберемся, мы 100% перерассмотрим условия. Потому что у тебя тоже были отдельные, ну, там, бонусные, да, вот так скажем, да. Без финансов, без ничего. И сейчас игр ничего нету, январь-февраль, сам знаешь, ничего не будет. Почему третьего я на воротах? Январь-февраль, я еще раз повторяю, он уже после 10 не соображает, спать пора. Где мы сядем и обязательно обсудим игры, товарищеские игры, там, ну, короче, контроль. Обсудим условия. Да, обсудим условия, потому что понятное дело, что у тебя было сейчас и без игр, это, ну, разные вещи, потому что когда игры, понятное дело, можно набивать, делать там и за призовые, и там итоговые места в турнире, в котором участвуешь, там можно хорошо зарабатывать. Поэтому обязательно сядем, поговорим. Прям, да, чтобы не этот. Ну, надеемся, что, конечно, все-таки в меньшую сторону. Да, ну, пойдешь на встречу. Мы будем надеяться, а ты выберешь правильный вариант для себя. Все, Артак, задерживать не будем, брат. Спасибо. Всем добрый вечер. Я хочу сказать, что меня все устраивает по тренировочному процессу, по тому, как вы создали команду, по тому, насколько мы сплоченные. Я благодарен вообще то, что, во-первых, вы меня позвали, то, что у нас профессионалы в команде. Я бы хотел, чтобы каждый футболист также об этом думал, а я знаю, что они об этом думают. И чтобы мы разорвали третий сезон, у меня нет больше никаких вопросов, только вера в команду. Я так скажу. Коротко. Антон, он очень, любое там поражение, ничью или там плохой результат, так скажем, через себя очень сильно пропускает. Через себя, когда бьет, он очень сильно пропускает. Хотя он не на воротах, странно, что он пропускает. Да. Вот. Но ему тяжело, вот, ну, не то, что тяжело, он очень все близко воспринимает к сердцу, это нормально и логично. Вот. Но хочу сказать, опять-таки, что в начале, когда ты пришел на отбор, тот футбол, который ты показал, это, ну, было просто на высшем уровне. Потом у тебя такой, знаешь, спад пошел, так скажем, в плане голов и так далее. И вот последнее, вот то, что вот три тура ты сделал, и то, что какой футбол ты показал, и ты показал, что ты достоин там и места в команде, и достоин того, чтобы ты играл в старте и так далее. Вот, но... В плане футбола точно никаких вопросов нет, и не мне их задавать, это логично, но что хотелось бы сказать? Коротко. Коротко, да. Нужна ли тебе, может быть, какая-то, знаешь, помощь в медиаплане или чего-то там, знаешь, операторы, монтажеры там? Георгий говорил это уже. Нет, спасибо за вопрос, все в порядке. Да? Конечно. Стрижку, может быть, обновишь. Ну, это мы к тебе будем заезжать, да. Концентрау есть хорошо. Куинтрау есть хугадор. А, куинтрау. Все, тогда что задерживать? Спасибо. Не будем, да. По футбольным качествам, понятное дело, что все, ну, хорошо. Дай бог, что будешь прибавлять, развиваться и все такое. Что касается в коллективе, все хорошо. Скромный, воспитанный, все как положено, все как приветствуется. Или это не так?
Все. Вот. А что касается команды или что-то, какие-то вопросы, пожелания или какие-то минусы или что-то, если есть, мы тебя слушаем. Нет. Ну я все сказал. Да. Что да, держать, да, что мучить? Все, ты в команде. Серьезно. Он 3 часа ждал, чтобы вот это услышать. Да. Не могли в коридоре ему это сказать? Ну вот смотри, Гео, мне кажется, что в плане футбола, опять же, что мы слишком как-то лояльно к этому подходим. Там есть другие команды, которые просматривают игры, как-то разбирают нас, как-то готовятся определенно к играм. У нас, к сожалению, такого не было, и мне кажется, в этом проблема. Ну, больше у меня претензия больше в футбольном плане, ну, что больше времени этому уделяется. Ну, это уделять. Ты сейчас хочешь говоришь, более все профессионально, чтобы... Ну, да, я думаю, что это даст результат какой-то. Это мы тоже, и многие ребята тоже это отмечают, и я тоже об этом говорил, что честно не думал, что придется это делать, потому что все-таки, знаешь, когда там чуть, ну, по-другому смотрел на это, медиа, там, знаешь, угу. такая больше хихи, ха-ха, туда-сюда, но уровень такой, да, сложил, ты и сам знаешь, когда был у вас, когда ты играл прошлое, прошлых этих, там было медиа, там мог выйти, там, пианист, вот артист, сейчас... ау, и там возил всех, сейчас у тебя ничего не... Вот. Вот, а сейчас такой уровень, что бывшие футболисты все бегают, знаешь, и все хотят результат, все хотят бороться, биться. И поэтому мы вынуждены тоже, да, делать теории, просмотры, там, установки, более качественно все делать, что, как ты правильно заметил, принесет результат. Поэтому, ну, из-за этого и собираемся, и вот эту информацию набираем, чтобы уже в январе быть готовым к этому и уже готовиться хотя бы выйти из группы. Ну, отлично. Я думаю, все получится, если... Ты с нами, все нормально? Конечно. Все, тогда что, сейчас задерживать не будем. Сейчас. Короче, смотри, вот прибавлять будем в футбольном плане, в медиа-плане? В футбольном плане, да. В медиа? Стараться хотя бы будем? Да. В Инстаграме почаще фотографии выкладывать? Он старается, ему тяжело, он хочет. Нет, ну да или нет? Сейчас голос пропал. Просто после поражений настроение не было. Это медиалига. Ну, не знаю. Ничего не освоился, наверное. Ты мне тогда, когда мы начинали... Я понял, про что? Про 10 голов? Какие 10 голов? Ты 2 забил хотя бы? 1. 2. А, 2. 3 забил хотя бы, 2 вырежем. 3 забил хотя бы? Нет. Не, не об этом хочу сказать. Ты мне тогда сказал, что в декабре ты будешь что-то пробовать, искать, потому что ты хочешь профессионально двигаться. Что сейчас изменилось? Какая ситуация вообще? Что скажешь? Ну, пока я... 100% бей-беги, а если поступят какие-то предложения, если будут варианты, то... Ну, не волнуйся, значит, ты бей-беги. Этот, смотри, что касается футбола, там все... Ты нас не устраиваешь. А, это не ему мы должны говорить? Нет, это другое. А, другое. Есть что-то, что сделает тебя в команде лучше? Вот, что будет тебя двигать вперед, например? Чтобы ты становился лучше, сильнее, там, мощнее, это все такое? Да, в принципе, все устраивает, чем... Нет, а есть что-то, что выведет тебя на как-то раскрепостит и чуть-чуть вперед, ну, так, шажочек сделаешь? Не знаю, больше доверия, наверное, надо чуть-чуть. Что еще? Да все, в принципе. Не все, в принципе. Ты мне не так говоришь. Он мне говорит о том, что... Ну, потому что надо говорить об этом. Если мы говорим об этом, то нужно говорить. Очень много давления в плане там футбольном, типа открывании и так далее, и так далее. Ему тяжело, так скажем, вот в этом. Ну, от хороших футболистов всегда будет что-то требовать больше. Да, вот. Если помните, чем вначале у него требует, пошла игра, и он там забивал, и так далее, и так далее. А потом... Ну, он на тренировках, я когда приехал в Лужники, что он творил? Да. А потом что случилось? Ну вот, ему тяжело. Ты только в Лужниках можешь играть? Давай там будем тренироваться хотя бы. Да нет, почему? Ну, в принципе... Все. В принципе, понятно. Все. Смотри, что касается от нас. Мы хотим, чтобы ты прибавлял и... Во всех аспектах. Да, вообще во всех. Если что-то нужна, какая-то помощь в плане медиа, там, в плане каких-то еще разговоров или что-то, может, какая-то помощь, вот как а от форварда всей Руси, так сказать. Может, какие-то наставления или что-то, как что сделать, пожалуйста. Вообще всегда открыты и только хотим помочь, прежде всего, тебе, команде и всем. Если есть какие-то вопросы или что-то, говори. Я понял. Есть вопрос? Нет. Красавчик, давай. Садись. Сел уже. Ну, еще просто прибавлять надо. Я вот из-за травмы, из-за этой немного оступился, и просто прибавлять надо. Ша, ты погромче разговаривай чуть-чуть. Просто прибавлять надо. Встань поближе чуть-чуть.
То, что прибавлять надо, это все банально. Это всем надо прибавлять. Даже когда, ну, нет, тренировочный процесс, там, кричат на тебя, тренер не тот, игроки нет, не те, пас не дают, ты маленький. Позиция, может, не та. Позиция не та, может, ты хочешь... Ну, скажи, как есть, не бойся камеры. Это вот считай, что это нету, просто разговаривай. Может, ты вратарем хочешь быть, у тебя рост есть, дам. Может, на челленджи больше не хочу ездить. На челлендже они надо, больше с Геной не хотят ездить, потому что он их разлагает. Он слышал сейчас, интересно, своими шуточками? Не, ну позиция, да, позиция вообще не моя. Я бы хотел играть слева, хава. Вот. А так, ну, тренировочный процесс. Вот последний месяц, да, он прям поменялся, устраивает. Когда вылетели, да? Не. Так все. Я не знаю, что сказать, потому что по футбольному плану нет вопросов, знаем. Медиа. По медиа, да, по медиа все очень плохо, поэтому медиа тоже надо что-то делать, короче, так скажем. Ты сам хочешь остаться в BBG? Да. Точно? Расстаться с BBG, ты сказал? Остаться. А, остаться. Хочешь, да? Да. Ну, все? Это самое главное, что мы хотели сказать, обсудить, поэтому ты ради этого 3 часа ждал в коридоре. В смысле, хочешь остаться? Даже если Бей-Беги закроется, он будет Бей-Беги. Да это понятно, вот здесь будет стоять, как сейчас стоит. Все, Шаль, давай. Ой. Саша, твоя рука. Аккуратно, подсади его. Вопросов? Ну, по тренировочному процессу. Еще есть вопрос? По тренировочному процессу, да. Что-то не то? Ну, в тренировках, да, одно и то же, как, не знаю, мне кажется, как будто колхозно немножко. Ну, а серьезнее, да, надо? Ну, в плане того, что у нас нет, допустим, вообще ударов по воротам никакие, никакие комбинации не делаем, просто все всегда одно и то же, не знаю. Квадрат и футбол. Квадрат и футбол, кто захотел, побейте по воротам в конце, там, пацаны, встаньте, не зрюха, я постою, допустим. Хотелось бы что-то, какие-то комбинации делать, что-то это, как-то пофутбольнее просто, что было. А так, ну, неинтересно, квадраты, разомнулись, потянулись, давайте играть там, допустим. Понятное дело, сейчас, когда закончился второй сезон, сейчас такие интересные тренировки в плане того, что, ну, не надо никуда готовиться, просто поддерживаешь. Ручной мяч, поиграл в футбол, круто. Но вот перед этим, ну, сейчас, перед третьим сезоном, хотелось бы какие-то тренировки. Не именно там, что на бега, потому что все тут, ну, более-менее поигравшие. Ну, это понятно, да. Это многие, кстати, тоже обратили на это внимание, и это у вас, ну, максимально будет учтено вообще, да. Да. На тренировочный процесс. Потому что, как показывает практика, то надо делать и разборы чуть-чуть, и немного тактики, техники, да, чтобы стандартиков вот, там побольше. Чтобы еще хотелось, чтобы, допустим, вот тренер говорил... перед игрой, допустим, кто с кем, допустим, как играет, кто, ну, чтобы они просматривали человека, ну, не человека. Слабые, сильные стороны, да? Да, соперника, и говорили, можем через этот фланг вот так будем играть, с этим пожестче, с этим построже, ну, разбор, с этим. Короче, да, у нас этого нету, мы как бы пришли с этого, как у нас в Валуйках. Играем, кинули мяч, играем, подавай, забиваем, все. Вот, ну, плюс-минус вот так. Было бы хотя бы так подавать, забивать. Ну, это плюс-минус. Хотелось бы еще побольше снимать, если честно, вот, допустим, каких-то там челленджей, что-то придумать. Мы очень мало снимаем. И, ты хочешь, принципе, что-то снимать? Да. Давай, раз в неделю у тебя есть оператор. Отлично, спасибо. Вот это интересно. Ну, с января. Да, ну и вообще, и команда именно хочется. С января, за свой счет. Нет, давай, вот если ты хочешь медийно все делать, давай с января раз в неделю у тебя будет оператор, который будет. Хорошо, и в команде хотелось бы, знаете, чтобы вот тренировки, на тренировках реально очень круто, прям весело, там можно контент наснимать. Да, в принципе, что? Или что-то еще? Не, если есть вопросы, что-то задать. Есть тоже какие-то к вам вопросы еще? Да нет, только по вот тренировочному это. Процессу. Ну да, вот у меня большинство, ну, только вот поэтому и больше хочешь, медиа, да. именно делать с командой, привлекать, что-то придумывать. Ну вот у тебя раз в неделю будет оператор, что хочешь, придумывай, добавляй и бери ребят, там как что хотели делать. Что хочу делаю. Ну и надо, я с вами, допустим, говорю. Не то, что говорить, а, ну, ты взрослый мужчина, семейный человек, что хочешь, уже не сделаешь, как 5 лет назад ты. Все прекрасно знаем, Ген, так что... Я тебя прошу, не надо. Хорошо. Все тогда, Ген, чё? Понял. Все, спасибо. Всем пока.
Гепа здесь. Гепа? Гепа там вообще персонаж. Заходи, Гепа. Это кто такой? Сейчас, когда сядешь, надо расстегнуть пуговицы, не забыл? Ну, слушай, если честно, мне кажется, все хорошо. Вообще проблем я не вижу. Он не был на тренировках, он нет, знает. Нет, я как не знаю, слушай, как не знаю. Знаю, конечно. Подожди. Тяжело. Это вообще тяжело. Ладно, давай, хорошо. Альпачино, а? Из Одинцова Альпачино. Подожди, давай плюсы и минусы. Да, давай. Слушай, вот это ваша первая команда. Правильно? Это ваша первая команда. Да, да. Нет, у меня четвертый. Вот, вот плюсы. Ладно, вы сформировали команду за один месяц, правильно? Да. Вот сразу мы провели один чемпионат, да, МКС, и второй. Значит, вы за это время собрали очень хороших футболистов, хороший коллектив, значит, администрацию. Все нормально, вот я проблем не вижу. Вот сразу вот результаты вот, не всегда будут. Ну, пойдем, надо ждать. Хорошо, а что нужно сделать, чтобы результаты ускорить? Ну, потихонечку, сейчас вот после отпуска там соберемся, надо будет кого-то там, я не знаю, там привести новых футболистов, вот и все. Не, вот так, Геб, вот ты сказал плюсы и минусы, плюсы ты перечислил, минусы. А минусы одно, что просто у нас не было вот в чемпионате. Мало мероприятий нет, было команды. Нет, у нас все нормально было, все хватало. Проблем, ничего нету, тренировки в неделю сколько раз, 3 раза, правильно? Да. С деньгами проблем нету, ни с чем проблем нету. Вот когда не платят, нету, да? Вроде все хорошо, я не знаю, я не вижу никаких проблем, если честно. По чуть-чуть. Результаты, я думаю, будут в следующем году, может, через 2 года. Ну будет, рано или поздно, главное не сдаваться. Короче, все как сейчас есть. Я думаю, все идеально, просто сразу, ну не всегда бывает. А по тренировкам что скажешь? По тренировкам? Нормально тренировки. Когда не ходишь? Не, почему? Нет, тренировки хорошие, а что? А что на тренировках делаем обычно? Обычно что делаем? Да. Слушаем по-разному, иногда бывает беговая тренировка, иногда квадраты, иногда футбол играем. Ну то что? 2012 год, по-моему. Ну слушай, ну в неделю 3 раза, что ты хочешь? Ну чуть-чуть тактики. Тактики? Ну, это уже вопросы к тренеру. Ты будешь полноценно присутствовать на тренировках и хочешь ли ты быть в команде? Да, если оставите, хочу, конечно. Что можно сказать? Мы ждем, да, Гепа, на самом деле? Человек так мало играл, и до 7-го тура был лучшим бомбардиром. Я так скажу, то, что я видел, ну, человек, так скажем, не в своих футбольных кондициях, да, там сейчас не в форме, так скажем, и все, что он делает, ну, допустим, на поле, он показывает отличную игру, я считаю, на данный момент, вот, на футбольном поле. Приносил нам там результаты и так далее, и так далее. Мне кажется, просто если добавить посещение тренировок, просто посещение чуть-чуть. И вес вниз пойдет, наверное. И, да, и все, все, мне кажется, харизма есть, все есть. Просто есть единственный момент, на самом деле, у него, я знаю, это барьер перед камерой. Вот, это самая главная такая у него, знаешь, проблема. Да, меня учили правду не говорить. Да. И у него барьер перед камерой, так скажем. Если он раскроется перед камерой, то, мне кажется, это будет топ. Ну, раскроется, как в медиа. Ну, что вы имеете в виду? Ну, в смысле... Ну, вот будь... Что? Вот я хочу, чтобы ты был какой-то есть вот в жизни. Такой, чтобы ты был и на камере. И это будет разрыв. Я не знаю, 10 лет, с ума сойдете вы. Ну, вот это, ну, мое мнение, я хочу, чтобы... Ты этого точно хочешь? Постараемся. Флейми тоже спрашивал даже. Все, Геб, мы тебя очень ждем, честно, на тренировках. В команде ты качество. Качество? Да. Итальянское? Зили. Не понял, то, что ты сказал. Но, видимо, что-то нормальное. Все, да? Свободны? Мы свободны, спасибо. Услышал много от ребят, что, в принципе, я слышал. За период вот последнего времени я, в принципе, это все знал. Я просто хотел, чтобы они высказались это и вам тоже. И, может быть, рассказали нашей аудитории о своих планах, о своих проблемах, о замечаниях, нареканиях и так далее, там своих. Вот.
Основной посыл понятен. Понятен, да. Что-то новое тоже я для себя услышал. Я тоже, на самом деле. Да. Чуть-чуть так с другой стороны, что очень тоже хорошо. Да. И что хочется сказать? Будем придерживаться нашего плана, развиваться медийно. Медийно, и я же говорю, и футбольно. Ждут огромные перемены. Да. Хоть нам и все в наших нет, руках, но уже и чуть в эйфории были, и обожглись, и опустили нас. Ну, сейчас вылетели. Да. Поэтому... Типа пристегнитесь, мы взлетаем. Ну да. Поэтому большие перемены ждут, будут большие усиления. Еще из этого списка, кто был сегодня. Я хочу очень. Тоже кто-то уйдет. Можно такое? Коротко. Да. Эрикьяну хочу в команду. Нет. Нет. Я очень хочу. Нет. Не-не-не. Мы... У нас большие планы. Он не в наших планах. Ну ладно. Все. Все, ребят, спасибо за просмотр. Спасибо, что поставили лайк. Я надеюсь, вы поставили лайк. Подписались на наш канал. Написали в комментарии, что Саша очень часто перебывает Иракли. Давай я скажу еще. Будет еще одно видео, где вот я говорю, мы сядем с Ещенко, с Будаковым, тех ребят, которых не было, за большой стол тоже, и все детали обсудим. Все, всем спасибо, ребят, за просмотр. Двигаемся дальше. Как и сказали, бей-беги ждут большие перемены. Пальцы вверх. И всем. И всем. Пока. Нет, и всем пока. Да. Я вам желаю удачи. У вас реально все может получиться. Но на этом мой этап у вас точно закончился. Спасибо. Пока сидел, вот пишет Дима Егоров. Дядь Саш. Все, я много что узнаю сегодня здесь, по-моему. Если честно говорим, то в плане футбола, конечно, мы ждали большего. Нет такого. Не держи в себе, говори прямо. Вас Матин бросил, вас осталось трое в лодке. Ну скажи, что? Да я это все читается. Что читается? Ну твое вот это вот...